В банках Литвы в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто примерно 77 миллионов долларов США, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с Центром исследовательской журналистики, российским изданием «Новая газета» и работающим еще в 31 государстве журналистами участвует в международном расследовании. Все деньги, утверждают авторы, из России. Большая часть денег, 62 миллиона долларов, могла оказаться на счетах уже обанкротившегося Укёбанкас. В общей сложности по схеме отмывания денег российского происхождения в мировом масштабе могло быть 22 миллиарда долларов. Денежные средства в нашей стране могли отмываться и через другие банки – Щеулюбанкас, Медицинасбанкас и уже несуществующего банка Финаста. Представители действующих банков отказались предоставить порталу информацию о своих клиентах.